Итак, друзья мои, добрый день, вы на канале Блогермен. Как видите, у меня вот беспроводные наушники. Да, сразу начнем с того, что рекомендую их зарядить. То есть, смотрите, если вы заряжали сначала блок, потом поклали туда свои наушники, и они у вас не работают, то есть дело может быть в этом. Сразу заряжайте наушники вместе с блоком. Как это работает? Вот у вас наушники отдельно, вы помещаете их в блок, закрываете крышку и подключается кабель к самому блоку. Вот и все. Заряжайте, друзья, да? И помните, что когда крышка закрыта вашей коробки, они не могут быть подключены к вашему смартфону. Также стоит помнить, что не все наушники способны вне пары подключаться. То есть, если у вас один наушник здесь в коробке заряжается, а другой вы достали, не факт, что он будет подключаться. Как и умные колонки беспроводные тоже. Допустим, от Huawei некоторые у меня вот есть, да? И они тоже не умеют подключаться порознь. Так что в этом может быть причина. Следующее. Ну да, как вы поняли, сегодня я отвечу на вопрос, почему не работают наушники, как подключить, ну, беспроводные наушники, да, к Samsung именно. Я снимал по Android, в общем. Сегодня покажу на Samsung. Если у вас есть какие-то трудности, какие-то вопросы, дайте мне знать в комментариях, пишите бренд своего телефона, название, я сниму для вас, как подключить ваши наушники к вашему телефону. Также ставьте лайк, чтобы стоял, чтобы у вас стоял, и чтобы у меня стоял, ребят. Это очень-очень важно, чтобы у нас у всех с вами стоял. Я очень хочу, чтобы у меня стоял красный. Ребят, лайк должен стоять. Спасибо за взаимность, за общую заботу. Что мы с вами делаем? Идем, соответственно, в настройки, да, и здесь беремся за лупу. Я схвачусь за лупу сегодня. Вообще, так если честно, да, я достаточно часто хватаюсь за лупу. Для чего? Вот она. Для того, чтобы найти какие-то настройки, да, в телефоне. Bluetooth в данном случае. Bluetooth. Как видите, у меня прямо сейчас Mi Airphones 2 Basic подключены. Видите? И именно вызовы и воспроизведение аудио, и даже зарядка показывается, да, насколько они заряжены. Заряжены. Жмем шестереночку. Здесь у нас можно сценарий использования, да, чтобы вызовы не поступали, допустим, у них, или аудио, чтобы проигрывалось через телефон, а вызовы через наушники. Да, разные настройки имеются у нас. Давайте позже с этим, возможно, разберемся, потому что все-таки по-разному все. Идем взад. Немного, не глубоко, не как бы, да, вот, не вглубь, не вот сюда, вот не надо глубоко идти, вот сюда уж не надо. Чуть-чуть. Схватились за лупу, написали Bluetooth. Все. Взад вот здесь, вот тут, взаду вот тут будем. Смотрите, Bluetooth. Мы что делаем, ребят? Мы выключаем наш Bluetooth перво-наперво. Перезагружаем телефон. Видите, у меня все отключилось. Мои часы умные отключились тоже. Перезагружаем наш смартфон стандартным способом. После этого идем в шторочку. И здесь включаем Bluetooth, вот он. После этого мы заходим, вот где мы были, да, сюда нам нужно попасть, настройки, то есть взад уже глубоко идем. Вот, хватаемся за лупу, Bluetooth. Посмотрите, он уже автоматически подключился к Gear S3 Mi TV Airphones 2 Basic. Я достаю наушник, второй наушник, и он сразу подключается. Видите? То есть нужно достать наушники, как минимум, чтобы он смог подключиться. Вот и все, ребят. То есть у многих так вот происходит. И заряжайте только вместе с коробкой ваши наушники, потому что первым делом он будет заряжать, соответственно, наушники. Также убедитесь, что вы правильно кладете ваши наушники, а не вот так вот. То есть видите? Все, они не будут заряжаться. Хотя они плотно лежат, да, и казалось бы, все вроде бы нормально. Нет, ребят, у каждого наушника свое место здесь, да, как говорится. Ну, у меня на самом деле нет, у вас может быть да. Так, следующее, что делать? Вы можете попробовать перезагрузить ваш смартфон принудительно, зажав кнопку включения-выключения и кнопку регулировки громкости вниз. Одновременно дисплей потух, да, выключился, вы убрали эти кнопки, все, телефон перезагрузился. Bluetooth также убедили, что включен, зашли сюда, нажали. Посмотрите, подключение разорвано. Пожалуйста. Нажмите на ваши наушники название и подключитесь, как я это сделал сейчас я. Видите, нажал, то есть можно поиск нажать, да, стоп. Идет поиск, вы нашли и подключили. Сейчас я отключился,
Вот смотрите, поиск, допустим. Опа, нашлись, да? Раз, подключился. Вот и все, друзья. Также попробуйте перезагрузить ваши наушники, нажав на физическую, либо сенсорную кнопку. Пощелкайте много раз. И вообще, введите в Яндексе там, или в Google название ваших наушников и приставку «Как перезагрузить». Вот и все. Или напишите мне в комментариях название ваших наушников и бренд и модель своего телефона. Я помогу лично ваши наушники, подскажу, как подключить. Сниму видео, соответственно, да? Потому что я не знаю, что у вас за наушники и какая, какой модель вашего Samsung. Все, мы идем взад. Ребят, в этом видео я показал, как на Samsung это сделать, подключить беспроводные наушники, пользоваться ими, соответственно, да, с комфортом. Подписывайтесь на канал Блогермен и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Ставьте лайк, чтобы стоял, чтобы у вас привстал, ребят, чтобы у меня привстал. Задавайте свои вопросы в комментариях, да, про... напишите, встал ли у вас лайк, да, лайк должен стоять, все, красный должен стоять, ребят, очень хочу, очень жду. Все, спасибо за взаимные, за общую заботу, лайк должен стоять. Подписывайтесь на канал, вопросы в комментариях. Мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время скоро, безусловно, и снова увидимся. Я желаю вам всего самого отличного, хорошего настроения, удачи, друзья мои, и до скорого. Пока-пока.